Торгау – небольшой городок, расположенный на живописном берегу Эльбы, когда-то был любимым городом курфюрстов Саксонии. Вокруг главной площади стоят очень красивые здания, в основном выполненные в стиле эпохи Возрождения. Среди других достопримечательностей города можно выделить позднеготическую церковь Святой Марии, где много настоящих ценностей. В том числе картина Лукаса Окранха-старшего. 14 помощников. Главным историческим памятником Торгау является замок Хартенфельс. Построены в стиле эпохи Возрождения на месте прежнего замка X века. Внутренний двор обрамляют крылья, в которых располагались жилые помещения. Здесь есть дворец Альбрехт-Палас, выполненный в стиле поздней готики с великолепной винтовой лестницей, идущей по фасаду, а также западное крыло в стиле позднего барокко. Часовня замка считается одной из самых старых протестантских церквей. Вне Германии город известен как место, где во время Второй мировой войны произошла знаменитая встреча на Эльбе. Встреча союзников. Армии Соединенных Штатов и Советского Союза.